Есть плагин для Firefox, который мне понравился больше, чем Dark Reader. Называется он Dark Background and Light Text. У него есть интересные настройки. Можно раскрашивать цвет текста, цвет фона, цвет ссылок, цвет посещенных ссылок. Цвет полей для выбора, ну, для забивания текста полей. Ну и также индивидуально включать-выключать для каких-либо сайтов. Вот, например, вот выбираете вообще любой цвет, какой душе угодно. И можно выбирать способ изменения раскраски, инверсивный, Steel Sheet процессор, Simple CSS. Simple CSS это то же самое, что встроенный в Firefox. Он плох тем, что скрывает многие картинки, которые созданы с прозрачным фоном. Сейчас я вам покажу. А то мало ли кто не знает. Вот, Fonts and Colors. Colors. Тут можно поставить. Сейчас продемонстрирую. Вот всегда, например, покрасим оранжевый. Бэкграунд черный. Ну. Окей. Вот такая красота. Ну, начинает ругаться. Deck background and light text. Хотя очень жаль, что ни Dark Reader, ни Background and Light Text не распространяет свои чары на вкладку настроек. Отключаем. Никогда. Ну, сейчас он перестанет ругаться. Ну, теперь вы поняли, что такое Simple CSS, да? Вот. Как он работает, если кто не знал. А SteelSheet процессор это такой умный процессор, который там все кнопочки все оставляет. Наподобие как работает Dark Background. И смотрите, в чем преимущество у Dark Background. Сейчас включим Dark Reader. Включаю Dark Background. Отключаю Dark Reader. Вот видите. Вот эта фоновая картинка ослепляющая пропала. Теперь сайт Tubas.ru. Серый фон остался у Dark Back, от Dark Reader. Включаем Dark Background. Выключаем Dark Reader. Стало лучше. Серого фона не стало. Черный фон. Красота. Другие сайты я тестировал. В Сбербанке. Сбербанк онлайн, когда там страница для ввода пароля, там наоборот. Там фоновая картинка с тетенькой не смогла заглушиться dark background and light text. А Dark Reader ее заглушил. Получается,
Счет 2-1 в пользу Dark Background and Live Text. Но я вам Сбербанк не стал демонстрировать, потому что там мое имя, отчество написано. И почему я запилил это видео? Потому что мне стало обидно за более старший плагин Dark Background and Light Text. Форсят почему-то все Dark Reader. Но может быть это еще и из-за того, что разработчик Dark Reader вложил побольше усилий в рекламирование. Вот он на Ютубе тут заспамил все. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. О, его уже даже спамят в Бразилии. На англоязычных сайтах 12. Короче, всем он приходится по душе, не знаю, как это так получилось. А Dark Background and Light Text только одно упоминание в Ютубе. Причем в Ютубе у меня выключены эти плагины. И Dark Reader, и Dark Background, потому что у Ютуба есть своя расцветка темная, и я считаю, что она более оптимизирована и меньше потребляет ресурсов для отрисовки и меньше скрывает элементов, хотя на обоих плагинах я скрытие элементов не увидел. Может быть, просто не так детально рассматривал. Вот, поэтому на Ютубе рекомендую плагины отключать и включать собственно. Ну, в настройках Ютуба есть собственная темная тема. Но ютуберы, ребята, которые работают спустя рукава, например, если мы зайдем в творческую студию, то там они не посчитали нужным, что нужно тоже создать темную тему. Сейчас вспыхнет белым. Не пойму, почему. Что, допилили они? А, студия YouTube.com. Тут уже у них ссылка другая стала. Вот, кстати, смотрите, еще преимущество Dark Reader. Dark Background and Light Text не распознал то, что это другой сайт, не YouTube. А Dark Reader распознал студию YouTube.com. Если его сейчас отключить, то будет вот белый фон из-за лодырей в YouTube. Так что получается счет 2-2, ничья.